Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Криптомир. Сегодня мы продолжаем говорить о проекте Zenodes в рамках сессии вопросов и ответов. Подобный формат поможет ответить на некоторые вопросы и, возможно, выявить те вопросы, которые вы бы хотели задать разработчикам. Пожалуйста, ознакомьтесь с проектом на официальном сайте. Есть ссылка в описании к видео на сайт, белую книгу. Также есть возможность задать вопросы команде. Исходя из этого, вы получите все интересующие вас ответы по поводу проекта. На мой взгляд, проект является очень потенциально интересным и, безусловно, успешным в среднесрочной перспективе. Проект, который позволяет стандартизировать и монетизировать цифровые активы в рамках одной платформы Zenodes, что само по себе является очень востребованным продуктом на рынке. Для того, чтобы приобрести токены, вам нужно войти в торговую платформу, ссылка здесь, пройти процесс KYC, внести депозитные средства и использовать их на покупку токенов CoinZZ. Вы сможете оплатить за токены CoinZZ, используя биткоин, биткоин кэш, эфириум, а также фиатные валюты евро и USD. Да, вы сможете в настоящее время заплатить денежными переводами в долларах США или в евро. Как я могу заплатить? Сколько времени потребуется для оплаты? Каковы взносы? Вы можете произвести оплату, переводя средства из любых криптовалют: биткоин, эфириум, лайткоин, Dash, Zcash или эфириум Classic, или любую фиатную валюту посредством банковского перевода. Опция проводного перевода доступна только для платежей, начинающихся с 500 долларов или евро. Средства зачисляются на ваш личный счет в системе, откуда вы можете заплатить за токены, которые вы хотите купить при первоначальном размещении токенов ICOs. Мы не взимаем плату за платежи, однако сторонние платежные системы могут взимать плату. При оплате в фиатных валютах плата за банковский перевод и его скорость зависит от банков, которыми вы пользуетесь. Все сборы, взимаемые финансовыми учреждениями в связи с банковскими переводами, оплачиваются предполагаемым держателем токенов ICOs. При оплате в криптовалютах комиссия за транзакцию взимается в соответствии с инфраструктурой блокчейна, на котором вы проводите транзакцию. Вы устанавливаете сумму комиссии за транзакцию, а скорость транзакции определяется доступностью сети и установленной вами суммой комиссии. Также говоря о безопасности. Мы используем платформу ICO Box для нашего токен-сейла. Эта платформа очень зрелая и была протестирована многими ICO. Он был протестирован во время некоторых суперпопулярных ICO, которые столкнулись с хакерскими атаками, такими как Paragon и Cryptarium. И, собственно говоря, ICO Box отлично с этим справился. Надеюсь, вам были полезны ответы на эти вопросы. Более полную информацию, безусловно, вы найдете в белой книге и сайте этого проекта, поэтому знакомьтесь и присоединяйтесь к нему. Токен сейл начнется в июне 2018 года. Для более подробной информации следите за новостями на сайте проекта Zenodes. Спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.